Спортивное свято «Виват гимнастика» прошло у Могилеве. Так у областном центре означили Международный олимпийский день. Мастер-классами, показательными выступлениями и узнагороджением лучших гимнастов города. На святе побывал Илья Соболев. «Виват гимнастика» – головная подія олимпийского тыдня. Ён включая у себе шерок мероприемств. От дня открытых дверей у спортивной школе до встреч с призерами олимпийских гульнев. Колькость медалей и дипломов у палаца гимнастики сегодня была не на один чемпионат. Тут ушановывали лепших. Гродно была спартакиада. Я выиграла на прыжке второе место и многоборье третье место. И было много соперников. Вот так надо было просто сделать, стараться. В этом сезоне примерно стартов 5. На всех стартах я был в призовых. На призовых местах были места и не призовые, но я старался. Поміж узнагородженням вихованці школи «Багіма» демонстрували своє майстерство. Я, честно говоря, доволен этим, потому что у нас, ну, не скажу, что огромное количество, но достаточно много мы в этом году заняли на чемпионатах мира, Европы. Вот. Были и на первых местах. Ну а сегодня праздник общий наш. Мы подводим итог. Надеюсь, что всем он понравится. Мы к этому готовимся всегда на достаточно высоком уровне. Гимнастикой наш регион будет представлен и на летней Олимпиаде. На головном старте 4-го года выступит могилевчанка Татьяна Петреня. Усяго ж у бразильский Рио отправятся 16 спортсменов в области. Илья Соболев, Александр Тарасов, «Новини регион».